Добрый день, меня зовут Таку Иван, я являюсь менеджером компании Сингента. И сегодня мы находимся в агроцентре Липецка, где представлен препарат по защите семян Вабрис Интеграл. Здесь исследуются различные нормы высева от 3,5 миллионов до 6 миллионов семян на гектар. Сорт Скипетр достаточно хорошо распространен в нашем регионе. Посев производился 30 августа по лучшему предшественнику «Черный пар». Дозировка препарата Вабрис Интеграл 1,5 литра на тонну была подобрана, исходя из результатов фитоэкспертизы почвы и фитоэкспертизы семян, проведенной на базе Института Ситкея. Сроки посева и технология возделывания зимней пшеницы оптимальны для данной зоны. Добрый день, меня зовут Арзыбов Владимир, я технический эксперт региона центра компании Сингента. Цель данного опыта – показать, что надежная защита готовым инсектофунгицидным препаратом Vibrans Integral позволяет снижать норму высева озимой пшеницы без потери уровня урожайности. Vibrans Integral содержит 4 действующих вещества, в том числе запатентованную молекулу седоксан, которая, помимо своих исключительных фунгицидных свойств, благотворно влияет на рост и развитие корневой системы, что, в свою очередь, позволяет более интенсивно усваивать питательные элементы, влагу и накапливать сахара. Все перечисленные преимущества позволяют растениям легче зимовать и формировать более высокие урожаи зерна. Мы провели обследование 3 вариантов опыта – 3,5 миллиона, 4,5 миллиона и 6 миллионов семян на гектар. Полевая всхожесть высокая, растения всходили дружно и равномерно. Видно, что на растениях отсутствуют повреждения вредителями и заболеваниями, корневая, прикорневая зона чистая, патогенов и инфекций в посеве нет. Результаты учета коэффициента кущения. На варианте с густотой посева 6 миллионов растений коэффициент кущения составляет 2,3. На варианте 4,5 миллиона растений коэффициент кущения составляет 3,1. На варианте 3,5 миллиона растений коэффициент кущения составляет 4,2. Таким образом, применение препарата Vibrans Integral позволяет надежно защитить озимую пшеницу от патогенов и вредителей, а также получить равнозначный стеблестой при разных нормах высева.